Всем большой и пламенный привет! Наступает приятная пора, когда можно начать пересматривать свой весенний гардероб. Понять, чем его можно дополнить, что необходимо обновить, а что привнести. Рационально стараюсь подходить к покупкам одежды, представляю и составляю образы, свои ощущения, как хочу выглядеть, что чувствовать. В результате понимаю, какие вещи необходимо докупить, как они будут сочетаться с вещами в гардеробе и как в целом они будут составлять образы. С учетом того, что весенние теплые деньки обманчивы, но хочется уже чего-то озорного, неформального, но комфортного, я решила обратить свое внимание на бомбер. Однотонный, разбеленного бирюзового оттенка и 100% шерсти со стеганым подкладом. Куртка бомбер универсально сочетается с джинсами, брюками, летними платьями. В прохладный ветреный весенний денек бомбер может заменить кожаную куртку, тренч или пальто. И можно создавать образы в стиле спортшик или повседневный стильный вариант. Переходя к легкой весенне-летней одежде, я всегда стараюсь обновить свой гардероб парочкой футболок или маек. Это одна из самых демократичных и удобных вещей. Выбираю несколько однотонных маек, желательно полностью хлопковых, для создания повседневного casual стиля. В прошлом году покупала такие же модели, но других расцветок. Футболку на этот раз выбрала в спортивном варианте, чтобы сочетать ее с джинсовыми шортами. С высокой талией они визуально удлиняют ноги. Шорты с принтом мне поднимают настроение. Этот вариант создаю в классическом стиле, свободная футболка и шорты с высокой талией. Это сочетание подчеркивает фигуру. Еще одна вариация на шорты в виде ромпера, но уже в романтическом стиле. Также с акцентом на талии и кроем, подчеркивающим длину ног. Немного кружева вносит легкость в образ, а белый тотальный цвет с такой же легкостью сочетается с любыми аксессуарами. Можно создавать различные настроения, а сам по себе белый цвет вызывает у большинства людей положительные эмоции. После долгой зимы хочется ярких сочетаний, и, на мой взгляд, свежо и интересно будет сочетаться классический белый оттенок с любым ярким цветом. Поэтому в моем гардеробе появилась очередная белая юбка выше колен, кроя колокол. Такие юбки подчеркивают силуэт. В ней ощущаешь себя очаровательной, жизнерадостной, и ее форма создает ощущение, что вы постоянно кружитесь от радости. Для повседневного удобного варианта без джинс не обойтись. Синий классический оттенок подчеркивает стройность ног. Выбирая модель скини, убедитесь, что нижняя часть легко проходит через пятку. У меня был момент при примерке, когда пятка застряла ни туда, ни сюда. Очень неловкая ситуация. А еще весной усиливаются или возобновляются занятия спортом. И, естественно, хочется обновок. И я решила докупить себе еще один верх, недорогой, так для разнообразия. Кстати, ткань очень приятная и хорошо абсорбирует. Чашечки внутри как бы хрустят при активных движениях. Для фитнеса не рекомендую, и особенно обладательницам роскошного бюста. Эта модель не обладает поддерживающей способностью. Вот для занятий йогой он подойдет. Вас не будет раздражать хруст, так как движения в йоге менее активные и более нацелены на растяжку. А еще в последнее время я очень полюбила наклейки для дизайна ногтей. Увидела вот эти весенние цветочки, сочетание небесно-голубого с золотистым создает очень весеннее нежное настроение. И попробую использовать на безымянном пальчике для разнообразия наклейку с дизайном крылья бабочки, которые попались мне в одной из бьюти-коробочек. И простой весенний дизайн ногтей готов!
Ну что ж, вот такие у меня небольшие пополнения в гардеробе. А что вы себе на весну лето подобрали? Какие оттенки считаете в этом году актуальными? Поселятся ли в вашем весенне-летнем гардеробе принты с губами или едой, например? Буду ждать от вас отклика в комментариях. Желаю хорошего настроения.